Plus Labs The Younger рубрике R3 Conference. Тайсон, приглашаем Шамиля и его команду. Салам алейкум. Шамиль, как ты, брат? Все, а любой вопрос я могу отвечать и как бы без проблем. Пригласим вторую сторону, да? Фурката, Максима. Нет, ты говоришь, будь мужиком, ты на мужскую зайти. Это важно, не важно. Зачем? Дай пообщайся, это психология, ты чё? Ты же дал сюда, да? Ты мне вот такая информация, что тебя подкупили. Это правда? Он вообще дрался в вашем организации? Поваром дрался. Ты хочешь со мной драться? Профессионально, он тебе профессионально боится? Ебану. Дри со мной. Будем бить. Дружба. Нет, брат, подожди, нет, базара нет, брат. Тайсон, смотри, скажи мне, какая тебе сумма нужна, чтобы ты подрался со мной? Подожди. Мани, сколько? Иди сюда. Иди сюда. Мы тебе гарантируем, что ты будешь спать как в том видео. Я готов. Что ты сказал? Иди к своей жене, я тебе говорю. Ну, говори, что ты видишь. В смысле видишь? То есть ты драться? Только на ринге. У меня дух вагонами, я на весь мир могу это раздать, этот дух, понимаешь, братан? Конкретно вы? Сомневаешься? Я смотрю в твоих глазах, я вижу страх, братан. Я уже твоим головой. Я у тебя головы, братан. Бугунинг озида бошланг ва Мосбет билан чемпион бўлинг. Мосбет халқаро букмекерлик компаниясы. Ҳодисалар катта танлови ва юқори коэффициентлар. Yangi kirganlarga 3 million so'm bonus. O'z hayotingizning muallifi bo'ling. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan Rahmonov Rustam, do'stlar, bizda yangi rubrika R3 Conference. Xudo xolasa hamma boylarni shu yerda muhokama qilamiz. Bugun menga Тайсон yordam beradi. Yuziqovoy barier borligi uchun весь bizni hamma o'tirib gaplashganlarimiz rus tilida bo'ladi. Agar kim tushunmasa, endi harakat qilasizlar tushunishga. Tilni bilgan yaxshiroq. Men bilan birga bugun Тайсон. Assalomu alaykum, Тайсон. Привет и салам. Как у вас? Как ты? Все нормально. Как переживаешь? Ну, ребята, привет еще. Это я, Тайсон. Все нормально. Я прекрасно переживаю или живаю. Хорошо. Так. И Тайсон, расскажи, откуда ты? Откуда ты? Окей. Я из Камеруна. Камерун. А какой город с Камеруна? Именно Дуала, знаете, да, да. Дуала? Дуала. Дуала. Дуала, да. Короче, здесь знаешь, что происходит? У нас есть друзья, братья, между ними чуть-чуть есть конфликт, ну, в хорошем спортивном интересе конфликт. Сейчас их будем пригласить и обсуждать их бой. Хорошо? Ты с нами? Ну, пока тогда я могу сказать, продолжаем тогда и буду все рады все посмотреть и как бы все... Обсуждать, да, с ними? И обсуждать же с ними, как бы. Хорошо. Хорошо, а любой вопрос я могу отвечать и как бы без проблем. Где-то. Все, твой бой тоже обсудим сейчас, хорошо? Короче, все по антенне и по прямой эфи обсуждаем. Хорошо. Тогда, друзья, приглашаем Шамиля и его команду. Салам алейкум. Шамиль, как ты, братка? Салам алейкум, Мухаммед. Салам алейкум, брат. Салам алейкум. Меджидов. Салам алейкум. Как ты, братка? Садитесь. Салам алейкум. Как вы? Все нормально? Все хорошо? Да. Отдельно хотел поблагодарить, что не был конфликта. Мы, ну, сторонник, чтобы чистый спортивный интерес был, никакой трэш-тока. Просто сядем, как по-дружески будем общаться. Про мини-фильм, тот, кто видел, тот, кто не видел. Думаю, крутой получилось. Давай, геолокацию скидывай свою. Любое время, любое место. Давай скинь мне место локации. Сейчас приеду я, да?
там ты говорил? Вот сюда говорил. Из кого-то Максим, аке? Окей. Сурка, шамил, бля, ручка, аке, таке, юрим, бля, 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 бля. Аке, чисто. Христос, гостер, ки, Трим, бля, 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 бля. Душма, да, 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 Смотри, смотри. Ты кидал мне вызов? Будешь в Москве драться сам. Ты кидал мне вызов? Как мы договорились с тобой? Мы договорились, мы будем драться, мы с тобой. Мы должны на этом турнире драться. Короче, смотри, послушай меня. Ты драться готовишься, да? Да. У него в Москве не получается, по службе. Вместо него уходит племен. Он готов, чтобы драться. Не, без разницы. Ты готов? Да, готов. А ты готов на следующем турнире? Конечно, за пояс, уверенно. Уверенно? Конечно. В следующем турнире с тобой тоже буду драться. Ты выйдешь? Ты до него должен. Да, да, да. Пока вот, я думаю... Договорились? Да, договорились. То есть, ты дерешься? Ты дерешься? Я остановлю с тобой в Москве. Все. Без всяких лишних оскорблений друг друга. Вы готовы? Да. Пожалуй, Рут, я в таком вы покажете, кто там есть. Не делайте такой кипиш, лучше, блин, это спортивный интерес. Не надо так собираться, такие разборки делать. Москва 26 число. Договорились? Договорились. Взял еще по рукам. Всем удачи, братишка. Больше вот эту суету не создавайте здесь. Увидимся в Москве. И что это называется? Все остальные вопросы на пресс-конференции обсудим. Все, которые все по факту. Я призываю всех, у кого есть конфликты, решать их только на ринге, а не так, как мы это видим на наших улицах. Да поможет вам Всевышний. Аминь. Просто люди, поймите, это реальный фильм. Просто да. Как в фильме снимают, это вот такой реальный, как мини-фильм. А не какой-то там трэш-ток, там реальные события и так далее. Это просто тупо мы сняли, ну как бы реальный фильм. И все, там ничего такого нет. Мы не должны были драться, что-то делать. Нету никакого межнационального там конфликта там. И мы не собираемся этого тоже делать. Это просто пример того, чтобы люди на улице не дрались. И наставление, чтобы как бы молодежь грязным трэш-током не занималась. Да, главное, чтобы в комментариях, что не было и там узбеки, и дагестанцы, и русские, и так. Африки не должно быть. Когда в спорт не заходим, мы должны к этому всему относиться к спорту. Ну да, всегда говорим, что в спорте нету нации. Чисто дружеский. Да, дружеский. Не, вообще-то вот в спорте нету нации, в спорте нету религии. Ну, грубо говоря, спорт это самое лучшее, то, что у нас есть. Мы настоящие спортсмены. Как бы я держу в том же духе с ребятами. Спорт это нация, это кайф. По-русски, ну, сленг, короче. Это настроение, это позитивное. Ты знаешь, что ты сильнее, ты уверен в себе. Если ты кому-то или что-то хочешь доказывать, то есть место для этого, спортзал или октагон. Октагон. Я прямо говорю, как есть. Да, конечно. Вот из-за спорта мы все сидим, да, здесь? Сегодня мы сидим и как бы... И вот мы, потому что мы любим спорт, да. Мы любим то, что мы сделаем. Сейчас тогда давай не будем тянуть, пригласим вторую сторону, конечно. Да, Фурката, Максима и как раз они тоже здесь. Какой подарок? Подарок тебе. Подарок. Это волосы, чтобы взял. Вашего этого стилиста можно номер на прическу хочу такой же себе. Я чисто для тебя подбирал в магазине полчаса. Столько 10 минут мы уйдем,
Окей, я понимаю мысли твои. Как бы, а почему ты так сильно переживаешь за мной? Я не переживаю, да, я чисто, знаешь, мужчина должен, ну, как бы выглядеть, как мужчина реально. А, и подарок, а ты, у тебя есть как? Другой подарок? Вот я тебе подарю уже подарок. Ты молодец, а ты. У тебя есть девушка? А? У тебя есть девушка? Какая разница? Я у тебя спрашиваю, есть. Ну, да, отвечай на вопрос. У тебя есть. Ты же мужчина. Если таким, таким. Да или нет? Девушка? Да, у тебя есть. Я у тебя. Да или нет? Будь мужиком, отвечай. Возьми ответственность и отвечай. Ну все, тогда подари обратно. Не, я тебя полчаса. Не, не, у тебя цена, возьми. Или я ее подарю. Своей жене подарил. Или я своей жене подарю тебе. Ты сам же здесь говорил, на личность не переходи. Что ты сейчас переходишь? Ну возьми тогда, ладно, почему? Возьми ответственность на тебе. Не, давай, не будем, да, мы же сказали это. Давай, я своей жене подарю. Я тебе даю обратно, что ты не принимаешь? Я тебе подарю, ты другое подари. Ты следующим, нет, смотри, ты следующим. Ты как бум-бум-бум, ты уже пошел, да? Что бум-бум-бум? Расслабься тебя, волосы заберут. Он не понимает. Он специально пришли. Понял. Давай спать. Прям сзади, да, шамно. Давай спать, погребку устроим. Какой гребень? Я не пришел подраться сегодня. Я и пришел на поиск конференции. И ты куда пошел? Называй меня, знаешь как? Снотворное. Как? Снотворное. Я сколько лет? Какой тебе раз? Ты что, жениться что ли собрался? Я тебе просто спрашиваю. Будь мужиком, отвечай. Да вот не надо говорить, будь мужиком, это уже оскорбление. Нет, ты говоришь, будь мужиком, ты на мужское задеваешься. Это не жду, зачем ты злишься? Я вместо этого говорю, что ты на мужское задеваешься. Ты, блин, дай ему отвечать. Я не напрягаюсь, я же суть говорю логику. Ты пересекай лестницу. Дай его, а мужчина, дай пообщайся, это психология, ты чего? Да, 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 да. Нет, давай здесь смотри, да? Давай. Приглашаем, ребята, тогда спасибо, сразу с Ардура, тогда, смотри. Не, сразу с Ардура приглашаем. Да, с Ардур. Келим, как раз сам. Он как раз тебе этот вызов кидал. Это не красиво, брат, он мой же. Эй, привет. Что-то не знаю. Слава Богу. Привет, привет. Тайсон. Ты что, вот, не знаю, возраст спрашиваешь, это то у меня кто-то есть, я не помню. Ты какой ориентации вообще? А, ты еще пришел? Мы же сейчас Руслану хотел кое-что говорить, пожалуйста. Да, вот я хотел уточнить, да, вот у вас бой будет или нет? Вот это хотел уточнить. С кем? С Ардором. Да. Он же болит. Чем болеет? Он только что говорит. А, серьезно? Да, давай готовимся тогда, потом посмотрим. Я согласен. Ты же болеешь. Я не хочу убить человека сейчас. А, он болеет? Да. Реально? Да. И по ему видно же. Автогон видно будет. Я не хочу убить человека, ты не понял? Давай хотя бы тогда дадим время и подумаем, как бы по-настоящему и подумаем, если можно подписать контракт, тогда можно подписаться контракт. Вот, и вот, у меня есть... Смотри, если... Можно, пожалуйста? Ага. У меня есть команда. Угу. Вот, и Андрей, с которым я общаюсь, как менеджер, он должен... Менеджер? Да. Я понял. Должен, я должен с ним договориться и как бы... И с ним ты же согласился до этого. И тогда я вам даю ответ, и можно устроить нормально, если что. Не, смотри, у тебя... Ну, все возможности есть, да, подраться 26-го. У тебя никакой контракта, никакой организации или травма, ничего такого нету? Так, 26-го, это послезавтра, я имею в виду? Или... Не, через месяц. 26 июня. Тогда я вам отдам ответ после 4 июня. 4 июня? Да. Ага. Да. То есть 4 июня будет ясно, будет с ним бой или нет, да? Да, я дам. После разговора с тем человеком, который я вам говорил, тогда и придется 4 и решим вопросы спокойно. А ты 4-го хочешь улететь, если что? Да. Камерун граница туда-сюда откроет. Гонят, гонят. Нет, зачем гонять? Я на месте. Просто вдруг, ты так говоришь.
А что ты согласился? Да, с ним подраться. А то почему он сразу своего менеджера не позвал? Ну, там сразу решили бы. Ну, пока еще не поздно, я думаю. В любом случае, чтобы устроить хороший бой, нужно хотя бы готовиться. Не меньше месяца. Ну вот месяц есть же время. Я не могу сейчас никакой ответ, потому что я только что сказал, что после 4 июня я дам ответ. После приговора. Ладно, 4-го мы ждем. А как если у него не получится действие от фронта, который может быть любого за Димитров? А 4-го числа вот так не будет? Это что ты знаешь? Если возможно, то жим-жим, почему бы нет? Ну, здесь жим-жим это не важно, потому что здесь больше ответственности. Нет, ты же мужчина, ты же мне говорил, до этого. Можно я договорю, пожалуйста? Да, я скажу тебе, я начал говорить, можно? Ты не перебивай, ба-ба-ба. Я не закончил, расслабься. Я расслаблен, а ты? Вот и принципе, я не напрягаюсь. Вот, видишь, вы уже двое пошли. Мне вопрос, да, почему все хотят с тобой драться? Почему? Можешь объяснить это? Ты слабый или еще что-то? Короче, на этот вопрос я бы сказал, что вы знаете, у каждого настоящего спортсмена есть внутри каждого есть такой маленький штуки, который название животный инстинкт. У каждого мужчины, который боится, у него этого есть. Я вам говорю честно. И поэтому, когда он встречается с другой, который такой же, как он хочет попробовать то, что у него внутри. Ты лев. Как понимаете, они? И как бы можно как бы это вот мысли борец настоящий, потому что внутри мы такие, и как внутри мы семь такие, здесь семь. Смотри, и поэтому мы любим спорт. Смотри, только в этом зоне мы можем. Да, я договорю, пожалуйста. Потому что мы все в этом зоне, мы любим себе, мы любим спорт, мы любим показать, мы любим доказывать. И мы все такие, поэтому мы любим драться. Только на ринге. Ну, сама собой на ринге. Поэтому... Понимаете, ребята, поэтому вот спасибо. Да вот ты сам сказал. Доказать на ринге. Давай 26-го ты доказать свою силу. Не, смотри, да, вот я хотел уточнить. Менеджером по поводу чего можно общаться? 4-го какого-то предложения будет? Или еще что-то? Просто дай объяснение, чтобы мы тоже поняли, да, этого? Окей, я бы сказал еще, как бы на этот вопрос я могу еще раз отвечать о том, что... Я не могу ничего говорить. Да, пока сейчас, нельзя. Потому что вот я с командой работаю, извините еще раз. Вот, и после этого я могу как бы постараться и как бы, если что-то решим, адекватно поговорим. Нет, есть процентовка, что этот бой состоится или не состоится? Возможно. 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 Все, 26 июня возможно, если договоримся. Если договоримся. Все. Сегодня 25 число, завтра 6-й, козлов на месяц, да, подготовки есть. Да. Айсан, смотри, я здесь. Вопрос можно тебе? Вот ты же дрался с Дациком, да? А, кстати, Дациком, да. И попадает Дацик, и пытается добить, и добивает. Падает, вываливается за канаты, Дижон буквально рядом с нами, но успели его поймать. Сейчас выталкивают в ринг камерунского боксера. Виду, ему крайне сейчас тяжело. Дело в том, для меня вот такая информация, что тебя подкупили. Это правда? Честно скажи, вот как мужчина ответил, что тебя подкупили, или ты дрался, вот как мужчина с ними проиграл? На этот вопрос это очень как бы серьезные нюансы. Я уважаю любой спортсмен. Да, Сик, он тоже такой, как с собой, как себе, как человек, со своим духом. И как бы важно тебе покупать или не покупать. Я думаю, что это не информация, которая нужна, потому что я там на ринг был, и я человек, который поработал, и я уважаю. Да, поработал, не подрался, поработал.
подраться или поработать, это одно и то же. Потому что он показал себе, и как бы и я это тяну. Не, просто смотри, есть, у нас промоушен такого нету, да? Мы не можем деньги заплатить, чтобы этого подставной бой сделать, ну, чтобы выиграл, все, да? Бы, это, чтобы все было по-настоящему. Да, по-настоящему. Мы вопроса, вот это. Как бы, если ваши ребята тоже готовы, то, пожалуйста, обязательно. Он вообще не готовится сейчас. Спортзал не ходит. Да, вот тренер, да? Пускай скажет. Естественно, только сейчас увидели. Да, вместе его. Дай мотивацию пацану, скажи, я с тобой поделюсь. Он уже похудел, смотри. Он постоянно об этом думает. Я не могу ему что-то отвечать, да? Я не буду, вот он мне говорит. Если ты согласен, скажи, все будет. Раз, два, шесть, я каждый день здесь. И у него в голове. Понимаешь? Он еще один человек. Ответишь, да или нет? Ребята. Сегодня вторник. Вторник. Да. И я же говорил и повторяю. Наверное, мы еще делаем такие вещи. Как бы я думаю, что я могу дам ответ хотя бы послезавтра и посмотрим, как послезавтра. Бы, да, если что. Ну, мне не обязательно, еще раз говорю, как бы все не просто так. Вы понимаете? Как бы я не, это не только за меня ответственность сейчас. Хорошо. Вот о чем я имею в виду. Все, да. Меня ну, как Борис, мне было бы не против. Все, ну, это... обязательно мне нужно поговорить с человеком. Все, кстати. Мы тебя поняли. Я был не против, это только спорт. Понимаете? Все, поняли. Тут все на него нападают. Вот. Давайте вот с Фуркатом тему вот сейчас у нас. Да, да. Мне просто он так долго говорит слишком. Я настанов. Шамиль, давай, давай, да, твой бой, да, решаем. Почему ты не можешь драться? Все не поняли. Объясни, пожалуйста. Объясни, да вот. Что он может дать? Например? Человек уже два боя провел, ну, поиск. Просто вот с ним, что он может дать? Человек пришел, сразу с ним именно на 26 число, не, подождите, именно на 26 число, ну, со службы не отпускает. Я не имею права вот пересекать границу. Вы пробовали, правильно? Да, мы пробовали, не пустили. Не пустили, да, да. Вот как я могу, вот как бы, ну, физически не получается. Поэтому за меня вот братишка выйдет, и вот как раз Фуркат вот хотя бы один бой на Шагларе сделает, покажет себя, правильно же? И как бы... Он вообще дрался в вашем организации? Нет, еще, первый раз. А, он дрался? Два раза подрался. Он два раза выиграл даже. И вы ставите ему соперника? Мы не ставим, этот день так получилось, что он вышел просто, он принял. Давай, брат, железный бетон, давай сейчас. Я успокоенный. Я не боюсь никого! Страх я вижу! Я на твоем голове! Я в твоей голове, брат! Я в твоей голове! Бред, бред! У нас твоя радость! Я выиграл сегодня бой! Было тяжко, у меня в голове нету! И планов не было! Все, брат, давай следуем! Смотрите, если вот Фуркат выиграет, и потом вот дойдите за пояс бой. Есть. Фуркат. С тобой? Да. Да? Он без поражения получил, правильно? В каком весе? Проигрывал или нет? 94. Нет. Он не проигрывал, я не проигрывал, то же самое. Будет интересно. И будет интересно, если он выиграет там. То, что он может не проиграть. Да. Если он не выиграет, он не выиграет. А зачем? Если он просто так вот драться тоже не стоит, там тоже не вариант ехать за. Весь человек, это тоже такой же. Первый раз проводит, получается, бой, что нет. Он один раз подрался уже. Да, подрался. С новичком, с поваром драться. А ты нам тоже не интересен, по-большому. У него 2-0. Он поднимается, а ты
3-0 даже. Не, ты говоришь, я знаю, как. Подожди, можно я говорю? Ты говоришь, что я дрался Бором. Ты механиком дрался или на мише тебе 10 А, он с Бором. Ты знаешь, что такое механик? Что такое дрался, я тоже знаю. Можно, пожалуйста, вопрос такой один? Знаю, а он с Бором дрался, да? Имеется в виду. Нет, ты с Бором дрался. Я с Бором дрался. Шухрат Юлдашев повар. И он тоже с Бором. Шухрат Юлдашев повар, да? Не, не просто, он боксер. Он боксер. Он чемпион мира по боксу, как я слышал. Второй, который дрался, Ислам Батулаев, он в Ахмате тоже тренируется, хороший ударник. Каждому сопернику, ну, большое уважение. Даже вот ты хочешь со мной драться, то же самое у меня уважение есть. Я каждого человека уважаю. Но повар, не повар, это как бы уже там других оскорблять, я считаю, ну, то, что это лишнее на самом деле. Ты же просто... самый лучший. Да, хорошо, смотри, ты же юрист механик, правильно? Механик? Вот, он готовился вообще к другому бойцу. Был у него профессионально хороший боец. Первый бой он выиграл в Сечко. Вот. Второй боец был очень хороший. Он потравмировался за короткое время. Той же механик, той же знакомый, он же принял. Не, брат, просто не знаешь ситуацию. Из вашей команды он, не, помог. Нет, не, клянусь, не из нашей команды был. Дамы и господа, во втором поединке вечера единогласным решением судей победу одержал боец из синего угла ринга Каримов Курганбек. Который готовится к бою, он не должен готовиться к определенному, потому что любой... Я извиняюсь, что перебиваю. Там человек был, который никогда уже спортом не занимался, и он просто хотел засветиться. Да, я на М1 не подрался, на результат ему пофиг было. У него был вес 68. И он чисто так вышел на ура, и вот как бы вот такой бой получился. Теперь смотри, мы готовились 2 месяца. Два месяца мы готовились за короткое время, когда уже 2 дня остается до взвешивания, соперник меняется. Понимаешь? Нам кого дают, мы с ним делимся. Я же говорю, каждый соперник уважает за бойцы. Там, я же опять так же повторяю, вот вы помните, когда Хабиб должен был драться за пояс, как было? Он, да? Сперва да. дали там кого по порядку, давали Макс Холлоуэй, там, кто только не приходил. Он же не говорил, там, мне там не давайте соперника. Профессиональный, он же профессиональный боец. Он не должен готовиться, потому что он же знает, если он завтра травму получит. Мы об этом не говорим. Кого нам дали, мы с ним понравились. Так как они говорят, что механик, да, вот мы тебе говорим, да? Не, сейчас я говорю. Не, я почему сказал, он говорит. Так он начал запорожить. Он сейчас уверен в своем победе, конечно, он уверен в себе. Я раз приходил, эту либо я говорю этому оператору, помнишь, я тебе говорю, я не просто так сюда пришел. Я пришел первым, понимаешь? Разницы нету, я готов. Просто я смотрю на твоих глазах, я вижу страх, братан. Отлично. Здесь, знаете, на самом деле, сейчас давайте, можно я скажу? Я у него голова. Можно я скажу? Подождите, послушайте. Здесь, на самом деле, знаете, как сейчас интерес, неинтерес. Давай просто поддерживаем. Здесь никого не спрашивается, здесь такая же. А если набрался? Забота нас случилась. Шамиль, Ты хочешь быть лучшим, да? Вот. Он тоже самое, также хочет быть лучшим. Говорят, знаешь как? Хочешь быть лучшим, делись лучшим, да? Он тебе предъявил интерес. Ты согласился? Ты не можешь сейчас подраться. Он дерется с ним. Вы согласились? Вы поняли? Да, конечно. Ты объяснил, мы поняли. Да. Мы подеремся в СБ. В Москве 26-го. Это правильно. То, что задать, в моменте, вот у меня, к примеру, как бы только интерес есть к тому, чтобы подраться с лучшим.
Потому что я только так буду расти, по-другому я не буду расти. Если я, к примеру, там с лохом подерусь, мне, я его выиграю, там не выиграю, ноль будет всего. Потому что мне скажут, что ты лоха выиграл и так далее. А если я сильного выиграю, там от этого уже как бы результат будет. Именно такая же картина будет. Ты там с поваром, ты там с механиком, примерно такая же картина. Поэтому я хочу лучше драться. Понятно. Мухаммед, у вас какой, ну вот между вами какой будет бой? Как ты это видишь? В каком раунде закончится? Нокаутом или вот как потом? Можно я перебью? Вот сразу скажу, он может проиграть только по воле Всевышнего, если на то будет воля Всевышнего. И как бы он не будет, как Конор, такие сейчас заявления делать, да, я выиграю, а потом вдруг проиграет, и как бы этот, чтобы ему там не предъявляли ничего. Будем бить. А так? Да, там вот, как говорится. Короче, буду бить, буду бороться, готовься, братан. Взаимность у нас будет. Мы встретим так, посмотрим. А ты готовишься сейчас? Где-то тренируешься? Или? Пока нигде не тренируюсь, пока работаю, я начну скоро тренироваться. Ну, короче, ты не расслабляйся, братан. Я подойду в очень хорошей форме. Ты тоже жди от моей стороны подарок. Вес, мы договорились какой? 75, правильно? Интересно будет. 70... Какой подарок тебе пришлешь? Нет, 75. Подарок заранее. Нет. Он согласился, да? На 75, правильно? Да. Точно? Да. Подарок вы не выиграли. Нет, это нормально. Нет, это нормально. 75. 75. Готов? Готов. Все. Хорошо, не переживай. Не, вот момент, к примеру, вот, он не сделал вес. Кто? Мы же не уличные бойцы, мы же профессиональные бойцы. Мы то, что говорим, мы сделали. Нет, смотри, брат. То, что мы говорим, да, сделали. На 70 тоже дрался, брат. 75 ничего не делал. Просто, знаете, мы все равно, как я должен понимать, он будет готовиться, да, вот месяц он будет готовиться, гонять, тренироваться. А там взвешивание боя, там два дня же взвешивания. За один на сутки он не делает вес. Дальше что? По регламенту он получает, да, желтый? По регламенту. Нет, ну, смотри, есть ситуация судьбир. Да, все будет по регламенту. Здесь не делал судьбир, да, Шамиль, твой друг был, да, мой это. Да, он один раз не делал. Он один раз, не, у него, знаете, какая ситуация, он один раз сел вес, потом через месяц обратно дерется, ты когда один раз согнал большой вес, второй раз сразу за месяц пытаешься согнать, да, ты набираешь больше, ты не можешь гонять, ну, здоровье там тушится, ты гоняешь, а у тебя вес не уходит. И вот так же ему плохо было, поэтому не согнал. Нет, ну три желтых карточки, перебор был. На каждый раунд. Да, на каждый раунд. Ну, это знаешь, одна была бы хоть. Ты знаешь, как он весело? На сколько там тяжелее? 72 же было. Не 72 было. Нет, я точно не помню, не могу сказать. Да, 3-4 он больше был. Вот я чуть-чуть перейду, если что, если из них кто-то будет. Ну, вдруг у него не получится, или там у него не получится. Значит, Тайсон. Про него не забудьте. Не, обязательно. Тайсон. Он тебе есть что, интересен? Вот, ты просто знаешь, Айсон, ты сейчас просто мой инстаграм не видел. Подпишись на меня, пару лайков, я это сделаю. Ты что? Напиши мне тогда в WhatsApp, смотри. Напиши мне Instagram тогда. Все, хорошо. Если что, Рустам, смотри. Все, я имею в виду. Смотри, скажи мне, какая тебе сумма нужна, чтобы ты подрался со мной? Бабло, мани, деньги. Эй, брат, ты про деньги не говори. Подожди. Сартон, что было? Как ты говоришь с тобой? Не, подожди. Зачем так было? Да, постой, не про это, постой, он забыл. Ну, короче, ребята, с годом можно, пожалуйста? Сейчас. Я могу? Поверьте, со мной же... Я же с тобой спорил. Нет, брат, я не с тобой спорил. Молодой человек, подожди, я отвечаю. 25 Смотри. Подожди. Мани, сколько? Ты спроси, сколько денег? Сколько денег нужно будет? А купить невозможно. Я не вещи. И как бы на этот вопрос
Здесь не важно деньги. Нет, тебе не понимаю. Речь не понимаю. Сейчас по генералу, чтобы драться, отвечаю не я сейчас. Я же говорю, я еще буду перебивать на свою команду. У меня менеджер, он будет писать. Да, он с вами будет связаться и обсуждать. Не с тобой, с Ирустаном. Я тебе могу сказать, здесь схватку по греблям был усыпить. По греблям, это твой проблем. Мы пойдем на... Если будет все хорошо, мы пойдем по ММА. Это не проблема. После этого. Он летает вам на кассе. Глаза смотри, глаза. Останется. Подожди. Какой смотри, глаза? Где-то я девушка, я ее смотрю. Иди сюда, как девочка. Ну вот, а тогда... Ты готов со мной подраться, чисто выйти, подраться? Без никаких договоренностей, чисто как мужчина выйти. Ты же за мужской вес разговаривал. Какой мужской разговаривал, Андрей? Он вопрос задает, что... Я тебя не понимаю, и ты мне... Смотри, что... Иди сюда. Иди сюда. Послушай, дай я ее отвечаю. Только это, без этого. Как дела? Сиди рядом. Садись. Итоги что обсудили? А? Итоги что обсудили? Как-то стрёмно с ним сидеть. Да. Опять голова закрутится. Короче, понятно, Рустам, давай вот так закроем. Подожди, Михаил, закроем. Если что, из них что-то случится, он готовит их обоих. Серьезно? Обоих. Если у него не получится с ним, разница не будет. Брат, не знаю. Брат, я знаю, если я забрал своего брата, говорю, я знаю, что... Не, если уверен, Азара нет, мы принимаем. Мы даже этого не будем ждать. Вот я сам сказал лично Руслан Маке, если он не согласится, дай мне черный дырь, я сам сказал. Ты сначала сказал, он за тебя спросил, он у тебя спросил. Смотри, слушай, он у меня спросил, брат, могу ли с ним подраться? Я говорю, нет, тормози. Он наоборот за тебя топит здесь, говорю. Ты потом, нет, он за тебя поговорит. Он за тебя говорит. Если он с ним не выйдет, что ты готов с ним подраться. Базара нет, ты стать. Нет, нет, давайте сейчас сделаем так. Я сюда пришел, Ты согласен? Я Максима, тоже очень хорошо знаю, его зал пацанов знаю. И как бы сейчас драться, знаешь, это как-то неуважение к Максиму в первую очередь. Я у него тренировался, я с этими пацанами, может, где-то виделся. Не, виделся, я у тебя виделся. Он уже задавал вопрос от тебя. Я же тебя спросил, ты помнишь? Подожди, мне как-то это не в такой стороне интересен. Это в первую очередь неуважение к нему. Если я вот поделюсь, это неуважение к нему. Почему? А то, что сейчас, смотри, ты говорил, если он не согласится, ты хочешь подраться со мной. Он сказал нет. Ты же говоришь, если он... Я тебя вот... Я у него спросил, я говорю, если у него не получится, я говорю, тебе, типа, если вдруг у него не получается драться, он хочет драться. Он не хочет. Я у него спросил. Мы с ним давно дружим. Он мне как брат. Он мне тренировался, он давно мне тренировался. Он мне задал этот вопрос, да? Я ему сказал, нет, с ним не деремся. Потому что он говорит, за тебя, я говорю, не надо тренироваться. Почему? Потому что он у меня тренировался, мне не покажут против него секундирую. Да, вот видишь. Если он, допустим, до конца будет стоять и просить этот бой, хорошо, мы выйдем.
Если он сам это хочет. Хорошо. Понятно? Ты говоришь до этого, что ты у него спросил, да, и за него, когда я у него спросил, ты как думал? Я у него на камере даже это видно, я у него спросил, я говорю, тебе интересен? Он говорит. Тася, Тася, а кто тебя вырубил этот? Недавно видел, что я вообще удивился. Или ты там просто этот специально сделал? Бабки заплатили. А, Тася, чуть-чуть. Не, Тася, давай еще. Ты что такое было? Скажи, да, там шутка. А, давай тогда, что фото face-to-face выкатить? Face-to-face сделаем? Кто тебе интересен? Жесть, сначала смотри. С Ардором, потом с ним, да, давай. Да, говорите насчет этого. Я вам напишу, что ты пойдешь. Ты как-то нагрузил там. Пойдешь куда, короче, на того? Дай газ. Не-не, я всем буду. Переманил, брат, здесь? Хорош. Не бойся. Надеюсь, ты так, как в том видео не будешь храпеть. Он сейчас усыпается, брат. Да, уже видел, брат, у него глаза. Сейчас я покажу себе. Ольга, убери, что ты видишь? В смысле видишь? Ты что? Что надо видеть? Все, нормально? Он хотел со мной дружиться вообще. Дружиться с тобой. Сколько раз мне инстаграмы там вечеринка отправил? Смотри, сколько у тебя подписчиков. Меня так не трогают. Мне вообще не интересны подписчики. Мне интересно, ты вот подружишь. Давай 26-го. Поработай на собой, потом приходи. Чего? Эй, он пушка! А с ним встанешь face-to-face? Не, все окей. Поработай и потом приходи, ладно? Как мы договорились, ребята... Ася, Ася, мы тебе гарантируем, что ты будешь спать, как в том видео. Я тебе гарантирую. Храпеть будешь. Оставь. Тик-тик спать. А на каком видео? Про какое видео идет речь? Я тебе скину, брат, ребята, секунду, а с тебя. Сдаться, блядь? Не-не-не-не, это по боксу спарринг у него будет. Дык. Димитрол попал. Он такой еще, знаешь, давай, давай, вот тут вырубили такой. А где это видео есть сейчас? Можно посмотреть? В инстаграме? Я найду, короче, скину, пока. Не, его жестко вырубили. Он сам не заметил. Он на гаут ушел? Да, он думал, я терплю это удар. Такой момент. А кто его был соперник? Там спарринги были у них. Именно по боксу спарринги. Он такой руки отпускает, бей, бей, вот, бум. Вырубили, жестко вырубили. Был такой, да? Был же такой, скажи, да. Он даже спорт-свит, что ли? Да, да. Окей, эту историю, это было на Владимирской форсаж, на Владимирской. Короче, и такой человек, он мне позвал, как бы после тренировки на спарринг, типа такой. Я с ним пошутил, такой. Вот такой поиграл с ним, и он такой принял бы очень серьезный, такой вот. Вы можете посмотреть это видео, это не я проблема. Я его знаю. И как бы случайно пошла такая ситуация. Вот, и как бы... Он же сам я это не скрываюсь, как бы это не проблема. Ну после этого пришел, все нормально? Ну, как бы все нормально. Нормально. Как бы. Но он тебя так же вырубит. Я тебе гарантирую. Ты не боишься, что он тебя тоже так же вырубит? Что ты накрылся, да что? Он летает со смолоком. Он на своей волне у него. Да, да. Разумно. Тайся, ты накрутишь, да, что ли? Если мы закончили вопросы, не можем. Продолжаем. Вот, ребята, как бы на эти вопросы я еще раз отвечаю всем, да? После завтра. На кулине это не тематика, короче, хотя бы мы могли бы отвечать с уважением любой человек, как бы это очень важно, пожалуйста. Потому что если мы на пресс-конференции, еще раз говорю, мы должны уважать хотя бы минимальное уважение. Это не даже если шутки. Чистый спорт и без конфликта, это, блин, это мне. Потому что обычно. Потому что. Да, я договорю. Я договорю тебе. Потому что. Потому что когда мы начинаем пресс-конференции или разговор, или какие-то не будут диалога, нужно будет этого интеллектуально, как бы.
Понимаете, я готов, еще раз повторяю, принять любое решение. Вот, но у меня есть менеджер. Я не буду сидеть и подписать, как все, бы разговор закрыт. Да, он профессионал, как бы, двигается, это нормально. Все хорошо, братка, никто тебя не обижает. Как бы, спасибо за понимание сначала. У меня есть вопрос. И как бы, Руслан, который меня выручит, ребята, если ты меня не выручишь, что ты, какой интервью дашь по любой интервью? Почему ты так уверен в себя? Если бы не был уверен, он тебе этого момента не говорил бы. Он все уверен, он все уверен. Если он меня не вырубит, если наоборот все получится, какой-то... Без разницы. По улице уж не шалма вырвем тебя. Так и скажи. Ну вот мы проедем тебя. Два часа увидеть. Два часа увидеть. Подарок есть бомбовый. Что, будешь ты? Это, ну, Тайсон, ты красавчик, базару нет, но если этот бой примешь, был бы очень бомбовый бой, да. Честно, все ждут этого момента, все ждут, именно вот в Питере наши земляки все ждут. Я вас, я вас понял, и я постараюсь. Постарайся, подумай, хорошо? Это просто спортивный интерес, ты не думай. Я ничего не думаю, чуваки. У него есть менеджер, Если ты с ним бой не примешь, он придет в зал, вырубит тебя там. Какая разница? Ты думаешь, что он сможет? Конечно, я уверен. Если мы сегодня выиграем, не просто так сидит там. Конечно. Я за Тайсона. О, видишь, фанатов пошел. Сами, посмотри, сколько я забираю за неделю. Я 7 забираю. Я 7 не могу сказать. Он тоже не ожидал, что его вырубили же его, видишь? Как бы успокоит. А по лайку выиграл я. Видишь, человек вообще не был на цель, вырубил его. Никто не должен быть уверен. Исходной только Силуша. Его ситуация и его ситуация. Это личный спорт. Есть. Мы создаем причину. Самое главное, что к этому подойти без травмы. Ответственно. Все. Слышишь, что помог тебе готовить. Тайсон, не газуй. Ты подарок. Оставь от Тайсона. Какой я отдал ему путь, когда ты посетили. Иди-ка с ветиной, чуваки. Ты просто сказал? Я пошел. Что он сказал? Да, надо. Что он сказал? Что ты сказал? Ты чё? Что ты сказал? Иди-ка с ветиной, я тебе говорю. Ты чё? Зачем ты? Да, он нормально. Зачем ты сейчас это... Почему ты на личность переходишь? Зачем ты без участия ругаешься? Ты чё? Ты чё? Зачем на личность переходишь? Я тебе сейчас воткну, блин, головой вниз еще. Давай. Давай. Не будешь. Ты успокоился? То, что этот пацан тебе ничего не говорит, ты не думай, что я тебе ничего не буду говорить. Окей, Руслан, все, спасибо, я пошел. От души, за то, что ты здесь. Окей, давай поздороваемся. Не надо, ты чего? Все, нормально. Я поздороваюсь с тобой. Опа, все нормально. Садись, правильно? Да. Окей, ребята, я еще вам говорю, спасибо за то, что вы меня пригласили сюда, и с радостью я отвечаю, и я был очень рад быть с вами. Все настоящие такие мужики, которые тебя всегда, ну, повышают конфликт, это наша жизнь, это то, что мы любим. Так что держим дух. И продолжаем то, что мы любим. Даже если это конфликт, это внутри. У каждого мужчины есть такой. Если ты чувствуешь себя мужчиком, приходи в зал. Драться хочешь, приходи на октагон. Я это люблю. Ребята. Ты придешь в октагон? 26-го? Я это люблю, ребята. 26-го октагон придешь? Люблю. Вы понимаете? Дайте мне, пожалуйста, короткий говорить про себя. Я такой человек от детства, я очень люблю подраться. Поэтому я пришел в спортзал, чтобы успокоиться. И всегда, когда я перед другой человек, как мужчина,
Я всегда готов, я люблю его трогать тоже, потому что это то, что имеет сенс. А мужчина любишь трогать? Мужчина под мужиком, я имею в виду драться, отвечаю настоящей мужской силы, только может быть на ринге. Вы понимаете? Тогда ты можешь доказать себе перед другой человеком, с уважением, это чистый спорт. Тайсон, ты что, мужчина? Спасибо. Через два дня от тебя ждем вопрос. Спасибо. Он и пацан. Все. Все. Ребята, спасибо. Пожалуйста. Ну, со мной это же. От души же. Все. Все. Блин. Бизнес, ребята. Бизнес. Да, на видео типа это. Сейчас. Вот это. Заберу. Микрофон. Do'stlar, bizda akkauntimiz mana pastda turibdi. Shu akkauntga obuna bo'lgan hamma sportsmenlarimiz, shu sportsmenlarga obuna bo'linglar, do'stlar. I rozgrish o'tkazamiz. Bunda bepul biletlar va futbolkalar tarqatamiz. Hammaga omad. Podpiska bo'linglar, rozgrishda qatnashinglar. От души. Друзья, все подписывайтесь, вот аккаунт будет здесь в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, там будет разыгрываться футболки. Также еще 5 билетов будет разыгрываться. 5 же? Да. 5 билетов будет разыгрываться. Так на что турнир. Подписывайтесь, переходите на турнир, можете попасть просто бесплатно. Каждый из вас. Ну, по сути. Давайте пару вопросов задам. Что есть какой-нибудь план на бой у вас? Что, как вы будете? Он же не говорит этот план. Есть план, если он будет бить, буду бороться. Сразу говорю. Если будешь бороться, буду бить. Так что научись бороться и бить. Подходи к профессионально к этому бою. Парковаться. Учись. Машина будет заезжать. Машина парковая будет. Учись, как приземляться правильно. Мы это посмотрим. Узбекская авиалиния у меня. Вы же, наверное, видели Тумадинские авиалинии. Они очень известны по всему миру. Высокогорные. Высокогорные. Не, недавно был у Мухаммеда бой. Он хорошо себя показал перед соперником, да? Но все равно он проиграл, да? У тебя сейчас в руке был травма. Сейчас зажило. То есть это бою не мешает никаким образом? Конечно, я... Ты полностью проблем. Заряжен, готов? Заряжен, готов. Так что, покажем всем хороший, красивый, до 26-го зрелищный бой. Число, да? Береги себя. 26-го числа. Береги ты себя. За меня а не переживай, ты за себя переживай. Но я думаю, что ты не сливайся с этого боя, подойди профессионально. Не, не для меня сливаться. Не для так меня. Что? Я не уличный боец, я не трэш-текер. Посмотрим. Я боец, посмотрим, да, самоуверенный, кто кого вырубит. Там уже все видно будет. Скажи, брат, вот ты говоришь, ну, слушай, вырублю. Подарки тоже готовы. Хорошие подарки. Нельзя это говорить. Ну, зачем ты говоришь, просто вырублю? Что, нельзя, что ли? Спортсмен себя уверен. Ну, уверен, каждый здесь, каждый, кто сюда сегодня пришел, я на 100% уверен в себя, он уверенно переходит. Ты не уверен, даже не можешь выйти. Я просто смотрю на тебя, я вижу страх просто, понимаешь? Как да, ты, какие, какие сюрпризы ты готовишь, свой, я свой, не пойму свой, вообще свой просто. Ну, объясни, какие сюрпризы. Я смотрю просто, у меня дух вагонами, я на весь мир могу это раздать, этот дух, понимаешь, братан? Я смотрю, у меня нет просто этого духа, понимаешь? Вагон же есть. Это страх у него. Ну, зайдем в его вагон. Я у тебя головой, братан. Что, кого смотришь? Ну, он же не говорит, что у него вагонами жесть. Ну, человек уверенный, надо посмотреть. Человек уверен в себе, да, уверен. А почему он говорит, что у него страх в вагонах? Ну, так если человек уверен, разумеется. Он говорит то, что он говорит неуверенно. Он что-то уверенно говорит, чтобы людям было интересно. Если бы у меня страх был на глаза, да? Я тоже был бы как повар, да? Твой соперник. Причем тут повар? Какой? Не было бы его здесь. Да, да, да. Если он здесь уже есть, он дух и газует. Камиль, что скажешь? Да, про Фуркат, все, вообще-то... Все по воле Всевышнего, как бы бывает, чисто спортивный интерес. Трэш-ток, мышток, я не знаю, я одобряю эту тему на самом деле.
два достойных, как бы, бывает, выйдут, покажут, кто сильнее, и все, там более ничего нет, по рукам кинут. И всем не, почему стать. Мухаммед, да, вот? Почему Мухаммед? Почему Мухаммед? Ну, вот, вы же говорите, он сильный, значит, он хочет драться с сильными. Ага. Другого ничего нету. Я просто всегда люблю попробовать себя с сильными соперниками. Почему? Я не люблю вот драться с слабыми. Зачем мне унизить, если я могу наверх подняться, понимаешь? Вот на самом деле просто я знаю, что ты выступал, да, смотрел твои бои. Но я хочу тебя переехать просто, понимаешь? Ты сказал, вот ты меня вырубишь. У меня просто вот так спортивный, ничего личного нету к тебе. Просто вот ты сказал, вырубишь. Посмотрим, кто кого вырубит 26 числа просто, понимаешь? Мы докажем, кто кого вырубит. А так можно я сейчас скажу? Будет... Просто вот я один раз подрался, второй раз подрался, вот у меня соперники с Узбекистана были. Я не знаю, почему в комментариях меня вот жестко хейтят. Может, какая-то, не знаю, у всех неприязнь есть вот к дагестанцам или чего. Не знаю, вот лично с нашей стороны, там я вот, ну, уважаю узбекский народ, но я не знаю, почему, ну, вы так обращаетесь. Там жестко просто хейтите меня, хотя я ничего такого не сел. И если я выступаю против, к примеру, там парня с Узбекистана, это чисто спортивный интерес, там нету у нас там вражды, что-то в этом роде. Поэтому как бы не надо межнациональный конфликт. Нету плохой нации. Ты не обижайся. Лично тебя хейтят. Не-не-не, ты не обижайся, даже меня хейтят. Кто-то любит тебя, кто-то не любит. Это везде так. И ты не говоришь, подожди, ты говоришь, что именно дагестанцы, нету там такого, не говорят, что типа дагестанцы все. Ты на все не перекидывай это. Это лично говорят именно про тебя, брат. Правильно. Лично. Ты про спортсмен именно для тебя, ну, по поводу тебя говорят. Ты не перекидывай стрелки на дагестанцы. Мы уважаем. Я про вас, брат, не говорю. Я про вас не говорю. Я просто про некоторых говорю, да, которые тебя комментируют. Они комментируют, может быть, тебя. Бывает и нас хейтят, бывает. У меня столько раз хейтерили. Допустим, да, там выходишь, дерешься, о, у тебя соперник слабый. Выиграешь так же, там проиграешь так же, да, там проиграл слабому, выиграл слабого. Это постоянно такое бывает. Но там не говорят, да, допустим, все узбеки. Там говорят именно про меня. Я говорю, большой... почему все про все узбеков говорит. Большое количество комментариев там. Они говорят просто про тебя. Там, не говорят, собаки лают, караван идет, короче, пацаны. Конечно. Не обращайте внимания. Начинали Конечно. Боже. И эти же там узбеки, таджики, чеченцы, хабардинцы там, они, мы же все равно в спорте, но мы же братья мусульмане. Это понятно. Там же не обсуждается нацию. Там же не религия. Нельзя обсуждать. Смотри, брат, Хабиб Узбека выиграет, мы его любить перестанем. Хабиб Узбека уже не выиграет. Он завершил карьеру. Не, я пример привел. Это нормальная реакция. Нормальная реакция. Да, это бывает, да? Это бывает. Это нормально. Кто-то тебя хейтит, кто-то не хейтит. Это наоборот. Наоборот, это ты газуй дальше. Газуй. Если тебя хотят, то тебе, да, держи, чтобы потом под конец они тебя полюбили, зауважали тебя, понимаешь? Ты до конца так и тогда, и все. Ты не обижайся за них, это неправильно. Делай до конца. Так же вот, допустим, да, Хабиб, сколько там народу, да, там, именно шотландцы, или как вот эти? Ирландцы, да, ненавидели его. Когда вот он Конора выиграл, что там началось? Полюбили, да? Полюбили же. Чикин. Да, конечно, вот поэтому, да, говорю, раз вышел, газуй до конца. Тебе не должно быть интересно именно вот эти, которые тебя хейтят. Комментарии выключились. Просто заходят люди, реально родственники, взрослые. Они когда читают, но они в шоке бывают. Они 500 уже, ну 500 раз замечания сделали. Дело не в том, что молодежь там по одному поймет, а взрослые они по-другому все это понимают. И это так уже нервировать начинает. Друг мой, смотри, я не боец, меня хейтит, и жестко, понимаешь? Это нормально. Тебя же эти хейтеры не понимают. Да, конечно. Иммунитет у меня уже. И у тебя скоро будет. Человек, можно сказать, где-то 50 или 100 там уже отписались половина. Я тебе скажу, они там писали некоторые, когда там говоришь, брат, я не узбек, не из Таджикистана, короче, и там писали, короче, приятные слова. Ни один из этих человек, из 100-150 человек, ну, ни один не написал там, ты черт или кто-то там. Все нормальные слова, я не знаю, не хейтили. Я хотя бой там провел какой-то без понтов. Сколько секунд там выиграл. Не, а так мы ждем ваш бой, вообще будет бомба. Да, конечно. Ты очень тоже зрелищный. Хорошо готовься. Зрелищный. Самое главное, да, зрелищный и честный бой. Я думаю, даже на него готовиться не надо. Айс. Не надо готовиться.
готовиться. Лучше не приходи 22 слоя, если не готовишься. Не, я просто даже не готов, могу тебе переехать, просто спокойно, понимаешь? Да, ответная реакция пошла. Откуда столько уверенности? Ответка, брат, ответка. Конечно, уверен. Конечно, уверен, братан. Конкретно уверен? Сомневаешься? Да откуда знаешь, ты уверен? Сомнения появились. Поэтому не готовишься. Учи его бороться, брат. Ты же знаешь мою борьбу. Учи его бороться. Да, это другое дело. Руки это другое дело. Откуда он знает твою борьбу? Мы же боролись. Серьезно? Да, мы боролись. Ага. Без значения, это я вот на клипе. Ну как он в борьбе? Как он? Балл по баллам, я не знаю, один балл был, не знаю. Там. Не, он как забрал? В борьбе? Да, один балл забрал. Да. Он один балл забрал. По баллам один балл. На видео смотрите, не один балл там. Ты сколько баллов взял? Ты, не, он один... говорит, на блогер выиграл ты, да? Да, он выиграл. Да, 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 он говорит... На... Сардор научил бороться, братан, ты знаешь. Эй, у него борьба и стык. Какой балл отдал ему? По поводу этого вообще там... Эй, у него борьба, ты вообще... Эй, брат, ты... Ты расслабься чуть, а? А то смотрю, да, ты вообще расстраиваешься. Тормози, да ты. Я быстро закончу. Тебе кто подсказал? Кто подсказал? Скажи, да, по-братски. Расслабься чуть, ты что так стоишь напряжённый? Я уверенно разговариваю, да не бери, ты сам разговаривай. Да, самое главное, дышите, пацаны. Да, да, идёт вопрос, да? Дышите. Если ты проиграешь, что будешь делать? Если я проиграю, братан, мы никогда не проигрываем, либо к чему-то учимся, либо побеждаем. Ты же знаешь, я люблю бороться, бить, ты постоянно увидел меня. Да. Братан, я голодный, я просто выйду на охоту, просто покажу тебе. Да, поэтому говорю, что-то расслабься, смотрю, ты вообще напряженный, знаешь, как будет три раунда. Не, у нас был такой расслабленный, вышел уже раньше времени, Тайсон. Нормально сидели. Да, да, да. Давайте face to face. Да, уже ведь. Дайте газу хотя бы, чуть нормально так. Потолкайтесь хотя бы. Хорош, хорош. Все, уже нормально, уже. Все, сели, да? Давай. Фото. Я смотрю в твоих глазах, я уже страх, братан. Я уже твоим головой. Я у тебя головы, братан. Расслабься, расслабься. Расслабься сам. Быстро закончу я. Не буду тянуть. Так уверен, что если наоборот все будет. Я быстро закончу, не переживай этого. Мы этого, блин, что ты трясешься, ли? Ты пугаешь такого человека. Молодцы. Подарок для меня, короче, такой, знаешь, реально. Через раунд и можно переехать его. Он умеет красиво приземляться. Смотри, фотки сделал. Ты умеешь красиво приземляться. Ну ты же знаешь, братан, все. Зачем ты меня спрашиваешь? Научи лучше его бороться, братан. Хочешь, ко мне зал приходи, пару приемов покажу. Do'stlar, mana shunaqa konferensiya bo'ldi, bu birinchi konferensiya. Biz protiv trash talk, protiv hamma narsa, mana shu nima san baqir chaqirlarga qarshimiz. Итоги. Как получилось? Пишите своё мнение, вопросы. На следующей пресс-конференции будем обсуждать и поставим точку на все ваши вопросы. Всем спасибо. В Москве будет конференция? Да, конечно, да. Когда хочется будет? Скоро мы сообщим об этом.